опасно! Гол! Товарищи, приглашаем вас посмотреть отборочный матч чемпионата мира по футболу в Стамбуле на стадионе имени Исмета Иненю. Играют сборные Турции и Советского Союза. Встречаются лидеры третьей европейской группы. Из нее, как известно, выходит в финал две команды. А пока посмотрите на турнирную таблицу. Здесь такое положение. Сборная СССР после трех матчей имеет 5 очков. Сборная Турции также 5 очков имеет после 4 встреч. По 2 очка у трех команд, у сборных Австрии, Исландии и ГДР, но они провели разное количество встреч. Австрийцы после 2 игр, исландцы после 3 матчей, ГДР после 4 встреч. Итак, стадион заполнен до отказа. Более 50 тысяч зрителей. Интерес громадный. Турецкая сборная на подъеме. Сборная команда Турции в этом сезоне, вот в этом отборочном цикле, дважды победила сборную команду ГДР, проиграла сборной Австрии 2-3 в упорной борьбе и сыграла ничью с командой Исландии. Особенно удивил всех последний матч с командой ГДР в Магдебурге, где сборная Турции выиграла. Впервые в официальном матче выиграла на выезде у команды ГДР и теперь имеет реальный шанс для того, чтобы выйти в финал. Итак, составы играющих команд. Сборная Советского Союза выступает в том же составе, совсем недавно, в матче со сборной командой ГДР. Итак, вратарь Ринат Досаев, Спартак Москва. Олег Лужный, второй номер, Динамо Киев. Сергей Горлукович, номер 3, Локомотив Москва. Номер 4, Олег Кузнецов, Динамо Киев. Пятый номер, Сергей Олейников, Динамо Минск. Василий Рац, номер 6, испанский клуб «Испаньол». Простите, наши футболисты получили, вы уже разобрались, наверное, наши футболисты в красных футболках получили право на головой удар. Геннадий Литовченко выполняет удар, мяч летит к 11-метровой отметке, уже турки отбились. Седьмой номер. Алексей Михаличенко, Динамо Киев. Восьмой номер. Также киевский динамовец Геннадий Литовченко. Александр Заваров, номер 9. Итальянский клуб Ювентус. Десятый номер. Олег Протасов, Динамо Киев. И одиннадцатый номер. Игорь Добровольский, Динамо Москва. Первые минуты проходят в атаках сборной команды Советского Союза, и турки с громадным трудом вот сдерживают атаки. Я посмотрел состав сборной команды Турции, сравнил его с составом, тем составом, который выступал совсем недавно вот в Магдебурге, и тут тоже почти изменений нет. Итак, сборная команда Турции. Вратарь Эрикоглу Энгин, Сакарьяспор. Второй номер, Кетин Реджеп, Бешикташ. Третий номер, Айвакуран Семих, Галатасарай. Капитан команды, Тантан Джунейт, Галатасарай. Пятый номер, Кескин Гёкхан, Бешикташ. Шестой номер, Алетинас Юсуф, Галатасарай. Седьмой номер, Титюнекер Угур, Галатасарай. Восьмой номер, один из лучших нападающих турецкой сборной, Дельмен Рыдвал. Рыдван, простите. Восьмой номер. Вот турки атакуют. Девятый номер, Караман Унал, клуб «Малатья Спор». Десятый номер, лучший снайпер чемпионата Европы
один из лучших нападающих Европы. Танжу Чолак, Галатасарай, 10 номер. И 11 номер Мустафа, он из клуба Бешикташ. Судейская бригада из Франции, главный арбитр Мишель Ватро. Итак, 0-0 в матче сборных команд Турции и Советского Союза. Первые минуты встречи показывают, что обе команды настроены агрессивно и стараются больше атаковать. Сборная команды Советского Союза начинает атаку. Михаличенко, нет, не успевает он к мячу. Турецкие футболисты перехватывают и стремительно бегут вперед. Обратите внимание, сразу 4 футболиста в белой форме устремилось вперед на высокой скорости. Но мяч отобран. Олейников сейчас хорошо сыграл. Крайний защитник Кетин Реджеп, он и в прошлом матче действовал активно на своей половине поля и очень часто участвовал в атаках. Турецкий футбол сейчас на подъеме. Матчи чемпионата Турции проходят при большом стечении публики. Напомню, что команда Галатасарай дошла до полуфинала в европейском турнире чемпионов. Ну и вот команда Турции, сейчас положение вне игры, близка к тому, чтобы попасть на финальный турнир в Италии. И возраст у игроков, в общем-то, хороший, такой оптимальный. 24 года, 23, 24, 25, 24, 26. 26 это возраст, который ну вот, турнирную таблицу я вам говорил, а теперь вот она перед вами была на экране. Михаличенко. Наши стараются использовать всю ширину поля, и мы видели атаку левым флангом, вот сейчас атака правым флангом. Протасов пытался сейчас ударить поворотом, не получилось, ну и арбитр зафиксировал нарушение правил. Михаличенко, он сейчас активно действует в середине поля. Смотрел внимательно состав турецкой сборной и вот обратил внимание, что не играет лишь один игрок из того состава, который выступал в ГДР. Огус. Вместо него вот выступает Мустафа. 8 номер Редван, 10 Танжу Чолак. К ним самое пристальное внимание. Эти игроки быстры, хорошо взаимодействуют друг с другом. И хороши остальные игроки. И центральный защитник Джунейд и Гёк Хан. Мы их увидим. Они будут у нас сегодня крупным планом неоднократно, потому что эти игроки занимают и ключевые позиции, и играют активно, всегда в центре внимания, и на угловых, и на штрафных, они хорошо играют головой, центральные два защитника. Борьба в середине поля. Хорошая солнечная погода, матч происходит в Стамбуле. Сейчас ведь уже не весенняя, а летняя погода. Даже вот, судя по тени, можно определить, что солнце почти стоит над стадионом. Кузнецов. Кузнецов, Горлукович у нас в центре обороны. Лужный на правом фланге. Ну а на левом фланге, наверное, будет, как и в предыдущем матче, Раци и Олейников будет помогать. Он тоже и в центре обороны будет, наверное, чаще, чем в атаке сегодня. Сборная Советского Союза идет вперед. Литовченко. Посмотрите, Заваров. Вот Литовченко рядом был, мяч ему не последовал. И тут же контратака сборной Турции. Редван, положение вне игры. Нет, арбитр показывает, что нету положения вне игры. И приходится вот нашим защитникам выбивать мяч
не очень точно, и он попадает к соперникам. Первые минуты проходят в обоюдо острой борьбе. Это Угур. Обе команды быстры, хорошо подготовлены физически, стремятся атаковать, но пока обороняются футболисты довольно-таки успешно. Я вам не назвал тренеров. Это вы видели старшего главного тренера Тыныза Тарпана сборной, главный тренер сборной Турции. Ну и Валерий Лобановский, главный тренер сборной команды Советского Союза. Те первые минуты показывают, что наши стараются использовать и всю ширину поля, и стараются чаще переводить мяч с фланга на фланг. Вот уже много было длинных передач. Сейчас Литовченко ввел мяч в игру. Олейников, и едва не удалось мяч переправить в ворота. Это Еркоглу Энгин, молодой вратарь, и проводит всего третью встречу в составе сборной Турции. Второй матч он провел вот в Магдебурге, а первая игра, товарищеская игра была в Греции. Сборная Турции успешно сыграла тогда и выиграла у греков со счетом 1-0. И вот этот вратарь показал себя с самой лучшей стороны, и теперь он вот основной вратарь сборной Турции Энгин из клуба Сакарьяспор. Наша команда действует с хорошим настроением. Вот эти первые минуты футболисты и взаимодействуют неплохо, и легки, и быстры. И пока преимущества у хозяев поля мы не видим. Даже больше того, мне кажется, что наши в атаке действует острее. Если вратарь сборной Турции Энгин сегодня проводит третий матч, то Ринат Досаев, капитан сборной команды Советского Союза, сегодня проводит свою 90-ю встречу в составе сборной. 109 матчей провел в составе сборной СССР Олег Блохин. На второе место сейчас вышел вот Ринат Досаев. Это 90-й матч. Колоссальный результат. Люди, которые по столько игр провели в составе национальных сборных, заслуживают определенных наград, специальных медалей, наверное. Ну а сейчас Горлукович выбил мяч за боковую линию. Стараются наши футболисты не рисковать, играть попроще. Седьмой номер — это Угур перед вами был сейчас. Не очень хорошо видны номера у турецких, на майках турецких футболистов. Михаличенко сделал такой выпад шпагатом. В шпагате пытался отобрать мяч, не получилось. Но вот второй шпагат, и мяч отобран. И может получиться хорошая контратака. Добровольский смещается направо. Заваров, Михаличенко. Опять длинная, диагональная, своевременная передача на противоположный фланг. Здесь Литовченко пытался обыграть соперника. Угловой удар. Боролся Литовченко с Мустафой. Мустафа из клуба Сарьер. Василий Рац выполняет угловой удар. Еще один угловой удар. Ноль-ноль в матче сборных команд Турции и Советского Союза. Турецкие футболисты выходят из штрафной площадки, стараясь оставить за спиной наших игроков, чтобы при атаке было положение вне игры. Ну, здесь опасная игра, свободный удар. Кузнецов ошибся. Семих сделал передачу налево. Мустафа. Еще один штрафной удар.
Мишель Ватро сделал замечание нашему футболисту и предупредил. Еще одно такое нарушение, и будет показана желтая карточка. Пока мы не видим ни Редвана, ни Чолака в игре. Вот 16-я минута пошла. 0-0. 9-й номер. Унал. Карман Унал из клуба Малатья Спорт. Это сегодня его 13-я встреча. 23 года ему. С турецкими футболистами наша сборная, начиная с 52 года. После того, как наша федерация вступила в ФИФА, провела 10 игр различных, 8 побед и 2 поражения. В общем-то, турки никогда не преграждали путь нам в каких-то официальных соревнованиях, и проблем серьезных в матчах с командой Турции не было. Ну а сейчас турецкая команда стала классом выше, и я думаю, что вместе со сборной команды Советского Союза является претендентом на выход в финал. Кто еще может выйти из этой группы? Команда Австрии. Пока команда Австрии сыграла лишь 2 матча, и трудно сказать. Вот там же Чолак перед вами. Да, ну это вот тот самый защитник Реджеп, о котором я говорил, оказался вблизи чужой штрафной площадки, но ударил не очень точно. А вообще с турецкими футболистами у нас давние и, в общем-то, такие хорошие товарищеские, дружеские связи. Я вспоминаю в фильме, в документальном фильме 70-х годов «Воспоминания перед стартом», Андрей Петрович Старостин рассказывал о первых международных встречах нашей сборной команды. Сборная команда Советского Союза, кстати, свой первый матч в истории, когда еще мы не входили в ФИФА, провела с командой Турции в 24-м году. В 24-м году, и вот Андрей Петрович Старостин рассказывал, какой интерес вызывали тогда матчи с турецкими футболистами. Он говорил: «Турки, турки, едут турки», писалось во всех газетах, неслось из уст болельщиков. Первый матч состоялся в истории вот нашей сборной 16 ноября 24 года на площадке имени Воровского. Даже не стадион был. Была такая площадка имени Воровского на том месте, где сейчас находится Октябрьская площадь в Москве. 15 тысяч зрителей было. Матч был интересным. Наши выиграли 3-0. 2 мяча забил Бутусов, 1 Шпаковский. И вот Андрей Петрович рассказывал, насколько был велик интерес. Один корреспондент сгромоздился на ворота. Ворота имели железную сетку, и своей кинокамерой снимал фрагменты матча. Ну, а с тех пор с турецкими футболистами под разными сборами, под разными названиями команды приезжали. Наши футболисты встречались много раз. 0-0, пока некоторое затишье на поле. Я вам говорил о том стадионе, о той площадке имени Воровского. Нет, это вот наша тренерский коллектив: Лобановский, Морозов, Мосягин, Симонян. Многих стадионов уже нет, к сожалению. К сожалению, футбольные стадионы, футбольные площадки ликвидируются постепенно. И все меньше и меньше возможностей для занятий футболом и в Москве, и в разных уголках страны. Хотелось бы, чтобы созданием футбольного союза все изменилось, и внимание футболу и большому, и массовому было бы значительно больше. Ну, вернемся к матчу сборной команд Турции и Советского Союза. Пока 0-0, идет игра с переменным успехом. Редван сейчас делал передачу. В обороне очень четко распределены роли у наших защитников. Они хорошо страхуют друг друга, прикрывают опасных и Чолака, и Редвана. И хорошо отрабатывают на своей половине поля полузащитники Михаличенко и Олейников. Так что у Досаева пока работы немного. Это Рац вот здесь оказался на месте левого защитника, и рядом Олейников. И пас назад. Да, спокойная, хладнокровная игра. Не нравится зрителям, но что сделаешь? И
Тактика определяется игрой соперника и турнирной ситуацией. Не часто сборная команда Советского Союза устраивает. Я думаю, и турецкая команда устраивает. Если команды наберут по очку после этого матча, то они оба останутся в главе турнирной таблицы, и шансы будут такими же на выход в финал. Не хуже, по крайней мере. Литовченко. Это Кузнецов. У нас очень подвижная оборона. Защитники смещаются и на фланге. Вся защита при атаке слева смещается в тот фланг, потом на другой. И в центре, и хорошо выходит своевременно к центру поля, помогая полузащитникам и нападающим. Пока в обороне и в середине поля наша сборная играет лучше, чем в атаке. В атаке каких-то слаженных действий пока немного, комбинаций немного мы видели. Ну, собственно, то же самое, можно сказать, и о турецкой команде. В обороне они играют пока лучше. Рац вводит мяч из боковой линии. Олейников. И пас Досаева. Вчера ставился матч молодежных команд, которые ведут борьбу за звание чемпиона Европы. Ну, в этой группе, где выступают турецкие и советские футболисты, еще команды Австрии и ГДР. Сборная команды Советского Союза выиграла со счетом 3-0. Два мяча провел Колыванов, один Пятницкий. У сборной СССР теперь после трех матчей 5 очков. У австрийцев 3 очка после двух игр. У сборной Турции 3 очка после трех игр. У команды ГДР очко после трех матчей. Это я говорю о турнире молодежных сборных. Михаличенко. Идет, входит. Нет, не вошел в штрафную площадку. Может, увлекся, рядом был в хорошей позиции Добровольский. Но обратите внимание, как подвижны турецкие игроки, как они самоотверженно действуют в обороне. И подкаты выполняют успешно. В общем, безусловно, в сборной Турции появилось много очень интересных игроков. Прямо, как говорится, на глазах прогрессирует турецкий футбол. Мы часто встречаемся с турецкими командами и в европейских турнирах, и в отборочных матчах чемпионата мира и Европы. И, в общем-то, всегда у нас было какое-то такое последние годы впечатление, что турецкая команда, турецкие футболисты, ну, не из самых сильных, так скажем. И вот теперь мы видим лужный пас назад. И видим, что сейчас турецкая команда играет на равных и с нашей командой, и с ГДР со сборной, и со сборной Австрии. Со многими командами Европы на равных. Очередной длинный пас. Манера игры команд схожа. Не правда ли? 2-3 передачи в центре поля и длинный пас на фланг в расчете на нападающих. Ну, у команды Турции два таких хороших нападающих. У нас выдвинут вперед Протасов. Заваров немножко сзади держится, в глубине поля. Рац. Олейников. Протасов. Заваров. Ошибка и мяч соперника. Центр поля пуст. Турецкие футболисты проходят его быстро. Пас направо и неточный пас. Да, в условиях жесткой обороны, в условиях такого прессинга, в центре поля наши начинают прессинговать. Не так-то просто сделать точную передачу. Да и нашим футболистам тоже это не очень удается. В таких условиях
скорость помогает, высокая техника, умение сделать неожиданную для соперника передачу. Левый фланг свободен, но турки стараются через центр войти в штрафную площадку. Не получилось. Горлукович. И здесь неточный пас. Ноль-ноль в матче сборных команд Турции и Советского Союза. 25 минут сыграли сборные. И за боковой турецкие футболисты будут вводить мяч в игру. Дилмер Рыдван, 8 номер, Фенербахче. Сегодня 27-й матч проводит. Вот он выходит, один к воротам. Нет. Не удалось ему нанести удар. Достаев выбил мяч за боковую линию специально, чтобы могли игроки, которые получили ушибы или травмы, прийти в себя и, если кому-то требуется медицинская помощь, могли получить ее. Часто в роли левого защитника оказывается Василий Рац, ну, прикрывает этот фланг. Но когда Рац впереди, тут ему помогает Олейников или кто-то из центральных защитников. Чаще Горлукович оказывается здесь. Иногда Михаличенко. Это Кузнецов Олег. Опять спокойный, неторопливый розыгрыш в середине поля. И турки побаиваются атаковать, побаиваются переходить половину поля. В нашу сторону. Горлукович. Заваров. Мяч у наших футболистов. Атака продолжается. Сильнейший удар. И отлично играет вратарь Энгин. Старший тренер команды Турции. Терпан был перед вами. Литовченко хорошо обосновался на правом фланге и уже сделал две или три острых передачи и два удара нанес по воротам. Да, только активной игрой можно подавить активность соперника. Только так. И, видимо, наши тренеры-игроки хорошо изучили игру турецкой сборной, просмотрев матч в Магдебурге, когда сборная команды ГДР в отдельные моменты выглядела просто растерянной. Футболисты ГДР не были готовы к быстрым перемещениям, к атакующим действиям, постоянным атакующим действиям команды Турции. Заваров, Кузнецов. Рац. Добровольский. Горлукович. Лужный. И турки внимательны в обороне. Арбитр дал свисток. Не вижу, в чем там дело. Где было нарушение. Вот какой-то борьбы жесткой тут я не видел, чтобы кто-то из наших нарушил правила. Десятый номер это Танжу Чолак, седьмой Угур. Четвертый номер это Джунейд, капитан команды. Встреча продолжается. 0-0 по-прежнему. Олег Лужный, тоже как и вратарь сборной Турции, проводит третий матч.
киевлянин, 20 лет ему, прекрасно в этом году выступает и в киевском «Динамо», и в сборной команде Советского Союза. Ну, желтая карточка, кому? Должен получить предупреждение турецкий футболист. Он опасно атаковал нашего вратаря, когда Досаев уже поймал мяч. Давайте посмотрим повтор этой атаки. Вот, да, с прямой ногой. Так, конечно, можно нанести и травму, и тяжелую травму. Я не видел, кто это был из турецких футболистов. Приходится сегодня вести матч из студии Останкинского телецентра. И не очень хорошо видны номера футболистов. Меньше 15 минут осталось играть командам в первом тайме. Досаев на месте, на месте. Все в порядке. Еще серьезно не произошло, хотя атаковал его соперник довольно-таки опасно. Мяч ушел от ноги турецкого футболиста за боковую линию. Я-то это видел четко. Может быть, зрители в Стамбуле, сидящие далеко, не заметили, от кого ушел мяч за боковую линию. Кузнецов. Добровольский. Не знаю, как будут развиваться дальше события, но пока у меня такое впечатление складывается, что психологическое преимущество на стороне нашей сборной. Футболисты чувствуют себя уверенно, спокойно, и опасности у ворот Досаева пока не было. Это Лужный. Заваров, пас назад. Горлукович. Задачи, наверное, наши тренеры несколько поставили перед игроками. Ну, первое и самое, наверное, основное – это обезопасить свои ворота. Пока все идет нормально. Реджеп. Семих. Джунейд. Вновь мяч на правом фланге Реджепа. Не поняли друг друга, а потом турецкий футболист еще и рукой сыграл. Но с Вискади последовал мяч у советских игроков. Неточный пас. Сколько борьбы на небольшом участке поля. Сейчас было 5 или 6 футболистов, 2 турецких и остальные наши были. Но, естественно, это численное преимущество привело к тому, что мяч оказался у сборной команды Советского Союза. Олейников. Протасов. Может бить. Удар. Отличный удар. Из трудного положения бил. Прекрасная атака. Хорошо сыграл наш Олег Протасов. И обратите внимание, в борьбе с защитниками обработал мяч и в падении нанес удар низом. С трудом. Эрикоглу Энгин отбил мяч. Здесь нарушение правил. Бесспорно. Против Редвана грубо сыграл Рац. Это концовка повтора. Ну, про Чулака уже столько сказано, столько написано, что вы хорошо знаете. Его приглашают разные клубы и дают большие деньги за этого нападающего, за то, чтобы приобрести. И что он обладатель золотой бутсы, и серебряной у него бутсы, и бронзовая есть. И лучшим снайпером был турецкого чемпионата неоднократно. А всего ему 26 лет по футбольным меркам возраст. Самый, как говорится, оптимальный. Вот в эти годы показывают свою лучшую игру и звезды мирового футбола, и возраст между 22 годами и 30. Вот
Как говорится, самый рассвет для футболиста. Опасная игра. Вот еще раз наш футболист сыграет так. Я думаю, что Ватро может показать желтую карточку. Вот, собственно, он не стал дожидаться очередного нарушения. Сейчас показывает Василий Рац предупреждение. Второе или третье было нарушение. Причем вот сыграл грубо Рац несколько раз подряд. Опасная игра была, безусловно, можно нанести травму, играя, борясь вот таким образом за мяч. Десять минут до перерыва. 0-0 в матче сборных команд Турции и Советского Союза. Сегодня сборная СССР проводит свой 351 официальный матч, начиная с 52 года. 350 было до этого, и вот 351. 51 матч проводит Олег Протасов. Я посмотрел, сколько мячей Олега Протасова забито в составе сборной. 23. А лидирует здесь Блохин, 39. У Иванова 26, у Стрельцова 24. Протасов сейчас на четвертом месте. И вот сегодня он активен. И сегодня мы видим, что он может, если все будет хорошо, забить свой очередной мяч. Ну, так же, как, впрочем, и вот его товарищ по команде Алексей Михаличенко. Угловой удар. Хороший вратарь, очень хороший вратарь. Второй раз ведут репортаж с участием сборной команды Турции. И вот ни разу не видел, чтобы он ошибся, чтобы он сыграл опрометчиво. И данные у него хорошие, высокие, стройные. Чтобы он неудачно сыграл на выходе. И я вижу, что он еще и руководит действиями обороны. Хорошо, что турецкие футболисты разыграли мяч и идут быстро вперед. Неудачно сыграл кто-то из наших. Упал Горлукович просто. Не сыграл, а упал. Но рядом оказались товарищи, и тут уже Литовченко. Это Редван. Рац. Хороший пас, просто не вне игры, нет. Или есть. Судя по реакции зрителей, положение вне игры было. К сожалению, режиссер турецкого телевидения не показал нам, вот, как бы мы говорим в таких случаях, картинку общим планом, чтобы было видно, где находились игроки, откуда, где находился наш Протасов в момент передачи. Ну и боковую судью мы не видели. Так что пришлось ориентироваться на звук публики. Спокойно они реагировали. Так что счет прежний 0-0. Атакуют хозяева поля турецкие спортсмены. Наши внимательно играют на своей половине поля. Очень часто линия атаки турецкой команды не находит помощи от средней линии. Защитники оказываются отрезанными от нападающих, далеко находятся. У нас с этим делом стать дело лучше. Смотрите, какой хороший пас сделал Добровольский. Правда, у него из-под ноги мяч выбил. По-моему, Юсуф был. Мяч коснулся, правда, Василия Рац и потом покинул поле. Поэтому удар от ворот всего лишь. Кёскин Гёкхан, пятый номер клуба Бешикташ. И здесь хорошо турки сыграли. А здесь не лучшим образом. Михаличенко. Заваров.
И Олейников сейчас сыграл очень хорошо в падении. Достал мяч и сделал передачу. А это Кузнецов тут показывает высокую технику. Может быть, немножко передержал мяч. Рац. Литовченко справа, Лужный. Литовченко вот Лужному мяч отправляется. Ну вот и смотрите, заканчивается первый тайм. Кто хозяин поля по существу и по игре? Я думаю, что с мячом чаще наши футболисты. Кузнецов. Вновь Кузнецов. Олейников. Отличная атака. Михаличенко. Гол. Прекрасная. Прекрасно проведенная комбинация. И концовка была хороша. Добровольский, Михаличенко. И в центре мы уже концовку видим. Я вот не видел, кто сделал передачу. Протасов, по-моему, а не Добровольский. Ну, давайте еще раз посмотрим. Михаличенко. Протасов. И до этого сыграли наши футболисты хорошо. И Рац, и Кузнецов. И атака завершилась точным ударом в нижний угол ворот. Итак, 42-я минута. 1-0 в пользу сборной команды СССР. Алексей Михаличенко. Сегодня наша команда в первом тайме, он подходит к концу, показывает такой динамичный, я бы сказал, умный футбол. И футболисты хороши, и чувствуется хорошая командная игра. Мне кажется, что сегодня наша сборная играет сильнее, даже, может быть, много сильнее, чем в матче с командой ГДР. Хоть и когда сборная СССР выиграла 3-0, но сегодня соперник сильнее, и сегодня в гостях приходится играть. Сбили Протасова у самой линии штрафной площадки. Но арбитр показывает, что он пал, видимо, сам. Нарушений не было. Ну, а может быть, и обыграли его по правилам. Чаще турки атаковали вот этим правым флангом, где у нас левое крыло обороны. И Рац больше других, наверное. Ох, удар в лицо. Неумышленный. Рац больше других действовал и был нам заметен. И хорошо он взаимодействует с партнерами и хорошо действует на фланге. Добровольский. Итак, первый тайм проходит к концу. Большую часть первого тайма, ну, минут, наверное, 30, игра проходила на равных. А потом сборная команда Советского Союза освоилась, акклиматизировалась здесь на поле и стала действовать точно, солидно, остро. Результатом такой игры вот красиво забитый мяч Алексея Михаличенко на 42-й минуте. И вот вновь мы видим атаку сборной СССР, угловой удар. Вновь угловой удар. Сейчас Михаличенко делал все, чтобы помешать вратарю отбить мяч. Вот обратите внимание, во вратарской никого из наших футболистов нет. Сейчас, как только разбегается Литовченко, тут же сразу несколько футболистов оказывается рядом с вратарем. И едва сейчас мяч не угодил в сетку ворот. Нужно было кому-то из наших только дотронуться немножко до мяча, и он оказался в сетке. Литовченко подкручивал мяч, он летел по такой непростой траектории. И вратарь тут промахнулся, и защитники не достали до мяча. Нужно было только подправить мяч в ворота. Последняя минута первого тайма.
Дазаев ловит мяч и не спеша показывает, торопиться не нужно, вводит мяч по штрафной площадке. Хорошее настроение мне, вот, несмотря на то, что я нахожусь за тысячи километров от игры, хорошее настроение показалось вот с первых минут было у наших игроков, и оно продолжается. А когда настроение команды хорошее, то и игра получается интересной. Уверенно действуют советские футболисты с чувством собственного достоинства и с чувством превосходства. Превосходство в классе ощущается, несмотря на то, что турецкая команда отнюдь не слаба и пытается, в общем-то, вести борьбу. И вот атака турецкой команды на исходе первого тайма. Нарушения не было. Турецкий футболист, знаете, как говорится, не упал, а нырнул в такую площадку. Нырнул в расчете на то, что арбитр назначит пенальти. А этот чулак упал. Это не значит, что матч закончился. И это значит, что все трудности позади. Во втором тайме будет очень трудный поединок. Ровно. У наших ворот ничего серьезного практически не было. Защитники играли внимательно и самоотверженно. Хорошо руководил действиями обороны наш капитан Ринат Дасаев. В середине поля было преимущество нашей команды. И в атаке несколько было хороших комбинаций. И гол, как следствие этой такой игры. Напомню составы команд. Сборная СССР, красные футболки, белые трусы, ворота слева. В первом тайме нашей команды был такой состав, ну, я смотрю, что замен, по-моему, нет. Вратарь, капитан команды Ринат Дасаев, в повороте постоянно три футболиста. Олег Лужный, второй номер, он справа действует. В центре обороны Сергей Горлукович, номер 3, и Олег Кузнецов, номер 4. А на левом фланге, прикрывая зону левого защитника, чаще оказывается полузащитник Василий Рац. Ну а если нужно, там оказывается и Сергей Олейников, пятый номер. Бывает три защитника, а бывает и пять футболистов в обороне. А в основном Рац и Олейников играют в середине поля. Там же действует Геннадий Литовченко, номер 8, Алексей Михаличенко, номер 7, Игорь Добровольский, номер 11. Чаще других впереди оказывается Александр Заваров, 9 номер, и Олег Протасов, номер 10. Валерий Лобановский, главный тренер сборной Советского Союза. Вот Протасов перед вами, он сейчас на траве оказался. Сборная команда Турции, вратарь Энгин. В обороне справа Реджеп, слева второй номер Кескин Гёкхан. В центре обороны Семиха Джунейд. Джунейд – капитан команды. Полузащитники команды Турции. Угур номер 7, Юсуф 6 номер, Мустафа 11, Унал номер 9. Нападающих двое. Рыдван номер 8 и Танжу Чулак номер 10. Вот один из них перед вами, это Рыдван. Тинас Терпан, старший или главный тренер сборной команды Турции. Судейская бригада из Франции. Возглавляет и опытный арбитр, хорошо нам известный Мишель Вотро. Итак, в матче, отборочном матче чемпионата мира, матче сборной команд Турции и Советского Союза, 1-0 советские футболисты выиграют и обороняются. Турецкие футболисты начали активно второй тайм, пытаются приблизиться к право к нашим воротам, и там нарушение правил между угловым флажком и линией штрафной площадки было. Сборная Турции получила право на штрафной удар. Унал. Это наш штаб, наши тренеры, руководители команды. Терпан несколько раз показывали в первом тайме, ну а теперь удар от ворот. Наша команда очень хорошо меняла скорость в первом тайме. Спокойно, хладнокровно, подолгу держали мяч наши футболисты. А потом неожиданно следовала длинная передача на фланг, взрыв. Изменение вот этого темпа игры привело к тому, что турецкие футболисты в конце, особенно в последние 15 минут, не знали, откуда последует атака, где главная опасность. И не всегда успевали закрывать опасную зону перед своей штрафной площадкой. Несмотря на то, что вратарь Энгин действовал очень хорошо. Первый тайм начался атаками сборной Турции. Это упал Добровольский.
В составе сборной Турции появился новый игрок, 16 номер. Простите, не могу назвать его фамилию. А, пожалуйста, Хасан. Это визир Хасан из клуба Фенербахче, один из лучших нападающих турецкого чемпионата. Не показывает турецкий режиссер-оператор, кого он заменил, к сожалению. Но методом исключения будем находить этого игрока. Редван вот на месте. Протасов. Заваров. Отличный пас. И сбили с ног. Безусловно, Михаличенко очень грубо сыграли. Жаль, что такой опытный арбитр, как Мишель Ватро, не заметил этого нарушения. Подножка была очевидной. Ну вот Хасан с мячом теперь. Грунхович показывает, что Хасану нужно кому-то прикрыть. Сам он тут находится перед вратарем. Как далеко выбрасывается мяч. Ну, Досаев, опытный Досаев. Еще раз скажу, сегодня проводит свой 90-й матч в составе сборной. Досаеву 31 год. И может он еще долго играть в составе сборной. Ну, по крайней мере, хочется пожелать ему этого. Это Лужный, футболист, у которого путь в большой футбол только начинается в этом сезоне. И начал его успешно. Рац. Рацу пришлось поработать в первом тайме немало. Правый защитник Реджеп, Редван и Танжу обливали для атак вот тот фланг. Ну, с помощью Олейникова, Кузнецова, Горлуковича. Спокойствие там было восстановлено, и ничего серьезного не удалось создать турецким игрокам. Мяч покинул поле. В 52-м году начала путь наша сборная, вступив в ФИФА, в международных встречах. 350, я уже говорил, игры проведено, 351-е. А с турками в первый раз встретились в отборочном матче, опять же, чемпионата мира в 61-м году. Играли в Москве 18 июня. Трудная была игра, 1-0 наши выиграли отборочный матч чемпионата мира. Мяч забил Воронин. Потом был ответный матч в Стамбуле в ноябре. Очень трудный матч в ноябре 61 года. Вновь наша команда победила. Мячи забили у нас Гусаров и Мамыкин. А у турок знаменитый Метин. Ну вот на смену Метину пришел новый интересный нападающий. Долго ждали его в Турции. Танжу Чала, который, в общем-то, и побил рекорд результативности турецкого футбола, забив 39 мячей. Вспоминаю, что в сезоне 85-86 годов, когда Протасов получил серебряную бутсу, то в том же сезоне свою первую награду получил и Танжу Чулак. Он получил вместе с австрийцем Польстером, определил третье место и получил тогда, вручено две бронзовых бутсы. Ну а вот теперь Протасов и Чулак ведут борьбу друг против друга, встретились на поле. Сейчас положение вне игры. 7-я минута второго тайма. По-прежнему 1-0 в пользу сборной СССР. И опять сборная СССР очень хладнокровно, спокойно решает одну из поставленных задач – обеспечение
порядка безопасности у своей штрафной площадки. И вот, решив эту задачу, начинает переходить к активной игре на чужой половине поля. Толчок. Был толчок. Рукой Гурлукович оттолкнул Рыдвана. Может быть, и не нужно было этого делать. Мяч далеко уже Рыдван отпустил от себя. И вот опасная ситуация у наших ворот. Рыдван на дальний угол штрафной площадки отправляет мяч. Но головой выиграть у наших футболистов мяч непросто. Они прыгучие, хорошо выбирают позицию. Вот это уже плохо. Потому что желтую карточку получил в первом тайме Василий Рац. И он же сыграл еще сейчас. Прямо скажем, не очень чисто. Вот видите, удар по ногам. Помощь требуется врача, видимо. Тенастерпан, главный тренер сборная команды Турции. В прошлом игрок, футболист, тренер Галатасарая. В прошлом вот стал тренером сборной. И, в общем, удалось ему создать очень хорошую команду. Девятый номер — Караман Унал из клуба Малатья Спор. Он сейчас собирается выполнять штрафный удар. Вот что там происходит вблизи ворот. Ну, хорошо видно. Горлукович послал мяч. Ну, неумышленно, конечно, за линию ворот. Просто срезка. Еще один игрок турецкой сборной готовится выйти на замену. Вот сейчас его нам показали. Мяч у Досаева, и теперь можно уходить спокойно. Конечно, уже турецкому игроку не нужно было сталкиваться с Досаевым, когда он поймал мяч. Ну что, в футболе все бывает. И по инерции бывает, и погорячившись, с досады бывает сталкиваются игроки с игроками. Там, где проходит единоборство, в любой игре, в любой контактной игре нарушения бывают. Даже неумышленные. Это Кузнецов. Прямо мяч на правый фланг. Давненько мы уже минут 5-6 не видели в игре турецкого Тарянгина. Пока сейчас идет борьба на нашей половине поля. Но здесь чистое преимущество наших футболистов. Удалось отобрать мяч, но ненадолго. Ну вот, исправился ошибка у Литовченко. Удар от ворот. Тут смотрите, сколько человек готовит футболиста к выходу на поле. Сколько тренеров. Это Фияс. Вот один из лучших нападающих. Фияс сейчас будет на поле. Укар Фияс из клуба Бешикташ. Вот, кстати, после каждого тура чемпионата Турции журналисты составляют такую символическую сборную из 11 игроков. Перед после последнего тура, за неделю до этого матча, была составлена такая сборная из нынешних игроков сборной. В ней только были Фияс и Унал. О чем это говорит? Ну, о том, что футболисты уже задолго сборной Турции начали готовиться к этому матчу. И не вижу, где мяч. Так показали, что трудно было определить, мяч в воротах или за воротами. За воротами. Начали давно готовиться и, может быть, не форсировали события. Спокойно играю с
спокойно играя в своих клубах. Так что в символическую сборную они не попали. Шестой номер – это Юсуф лежит, а меняет, по-моему, не совсем здорового Чолака. Фияс. Альтинес Юсуф, шестой номер, вот он помогал своему вратарю ликвидировать опасную ситуацию. Он из клуба Галатасарай сегодня проводит. Нет, покинул поле вот тот футболист, который вышел на замену и получил травму. Хасан покинул, 16 номер. Вместо него вступил Фияс. А Танжу Чулак, хоть и говорили, что он, в общем-то, не совсем здоров и травмирован, и участие было под вопросом, тем не менее он играет, хотя и не очень заметен. Ну вот часто обращаем внимание на такую ситуацию. Получил футболист травму, паузу, и ему оказывают помощь на поле. Совсем рядом Бровка. Можно... Это арбитр, к сожалению, они вот снисходительны к таким нарушениям. Это и у нас в чемпионате, и во внутренних, и международных соревнованиях. Нужно попросить арбитра и попросить доктора, там, игроков помочь, выйти за пределы поля, оказывать помощь и встречу продолжать. А то получается очень длительные паузы. Вы видите, сколько минут сыграно во втором тайме? 15. 30 минут еще в игре. Еще один угловой удар. Еще один угловой удар. Вновь Геннадий Литовченко будет выполнять. Хорошо он выполняет удары. Причем иногда, в зависимости от договоренности с партнерами, подкручивает мяч в ближний угол ворота, иногда направляет на дальний угол вратарской площадки. Ну и уже партнеры знают, как он это будет делать. И вот сейчас летел мяч в ближней штанге. Мяч снова у Литовченко. Рац, Литовченко. Протасов. Протасов. Литовченко. Но еще один угловой, практически с того же места. Литовченко делает передачу Протасову. Наша команда атакует. Олейников, можно бить поворотом. Мяч застревает в ногах соперников. И опять он у наших футболистов Заваров. Михаличенко, отличная атака, можно бить. Удар. Мяч летит рядом со штангой. Но поаплодируем нашим футболистам. Атака была отличной, красивой. Долго они готовили, наши футболисты, атаку. То слева прощупывали слабости в обороне соперника, то в центре. А потом комбинация стенка и... Заваров вышел на завершающий удар. Не попал, не попал в ворота, хотя направил мяч в верхний, ближний угол ворот. Давайте еще раз посмотрим эту комбинацию нашей сборной. Счет прежний 1-0. Напомню, что этот мяч забил в конце первого тайма Алексей Михаличенко. А теперь Айбек Куран Семих. Защитник сборной Турции направил мяч к линии штрафной площадки. Оттуда мяч отбили. Ну, тут все спокойно должно быть. Литовченко. Вот я слышу, партнеры просят не торопиться Литовченко, а отправить мяч назад. Валерий Лобановский справа, потом Морозов, Мосягин. Симонян, чуть дальше наш доктор Мышалов. Очередные матчи в этой европейской группе, двурочные матчи, состоятся совсем уже скоро. 17 мая сборная ГДР будет играть со сборной Австрии. А 31 мая в Москве советская команда будет принимать сборную команду Исландии. С исландцами мы уже играли. Первый матч был. Игра проходила трудно. И не все удалось показать. Но ничейный результат обеспечил хороший старт. И вот в этой игре был пропущен единственный мяч нашей сборной. Пока соотношение забитых и пропущенных мячей 7-1. Олейников. Ну и напомню, что вчера здесь в Турции успешно сыграла наша молодежная команда, победив сборную Турции. Молодежную со счетом 3-0. Мячи забили 2 Колованов и 1 Пятницкий.
И в турнире молодежных сборных сборная Советского Союза лидирует. Неожиданно упал Михаличенко. Штрафной удар будут турецкие футболисты выполнять. Кескин Гёкхан, пятый номер перед вами. Два футболиста с фамилией Гёкхан в сборной Турции. Один сегодня на поле, он из клуба Бешикташ. Однофамилец его Гидикалы Гёкхан. Он из клуба Анкара Гюджу. В резерве находится. Тоже игрок обороны. Протасов пробежал 20 метров, заставил соперника повернуться лицом к своим воротам и отправить мяч назад. Пока вот в сегодняшнем матче в турецкой сборной самой заметной фигурой является, на мой взгляд, вратарь Энгин. Протасов один рядом с защитниками, с центральными, с крайними. Он там передвигается с одного фланга на другой. А все остальные партнеры Протасова располагаются в середине поля к своим воротам. Ну, не нравится такая игра турецкой команды. Ну, что сделаешь? Для того, чтобы отыграться сборной Турции, надо рисковать. А рисковать, обратите внимание, не очень-то и хотят турки. Они отходят назад, ждут, когда наши футболисты пойдут вперед. Нет. За мячик нужно побороться на чужой половине поля. Наши сейчас футболисты дорожат мячом, подолгу контролируют его, отправляют его в середину поля, назад. Ну и смотрите, делают это совсем неплохо. Добровольский. Литовченко. Ну, нужно бить. Нужно бить. Удар напрашивался. Ворота были близки, 16 метров до них было. Линия штрафной площадки. Лужный отправляет мяч своему вратарю. Так потихоньку и уже половина второго тайма прошла. Неожиданно в простой ситуации ошибся Олейников. Сразу паника и сразу вот угловой удар. Уже выполнен угловой удар. Вообще-то всем нам, и да и мне тоже, конечно, хочется, чтобы наши футболисты побольше атаковали. Запас есть, и я думаю, что запас атакующей мощи есть. А вот сейчас приходится уже Досаеву вступать в игру. Кузнецов. Джунайд. Несколько передач и точных передач, но продвижения у турецкой команды нет. Вот Протасов даже отошел до своей половины поля. А тут подкаты и... Из-за боковой будет вводить мяч турецкая команда. На Протасов прилег Джунет. Ну, прилег там и руки опустил, и что там говорить, и нарушил правила, конечно.
сборная СССР в атаке, Протасов. Нет, там был Добровольский, Протасов в центре штрафной площадки. Михаличенко. Кузнецов пробежал, теперь нужно догонять соперника. Этот удар не опасен для Досаева. Но чем, почему так поспешил турецкий игрок и нанес удар, хотя до ворот был метров 25? Но он слышал, наверное, уже, как приближается ему Кузнецов, слышал за спиной его дыхание. Ну и скорей, чтобы не отобрали мяч, решил ударить. Ну, тут не так просто было нанести хороший удар. Турецкая сборная провела две замены. У нас пока еще не было ни одной. Но все чувствуют себя, судя по всему, хорошо. И, видимо, тренеры довольны игрой. Всех линий никого не упускают. Может быть, в конце игры кто-то водит. Горлукович. Добровольский. Михаличенко. И рядом партнеры, Михаличенко входит в штрафную площадку. Нет, не входит. Он падает в штрафную площадку уже без мяча. Рыдван отправил мяч назад. Угуру. А это Семих. Штрафной удар, толчок рукой соперника. Мишель Ватро, арбитр из Франции перед вами. 25 минут сыграли команды во втором тайме. 1-0 счет прежний в пользу сборной СССР. Заваров. Добровольский. Потерял мяч Добровольский. Удар от ворот. Пас назад. Своевременная передача. В общем-то, хороша у нас сегодня линия полузащиты. Она мобильна. И мы видим, как игроки в середине поля молниеносно перемещаются в самые опасные точки поля, там, где трудно, и у нас создается преимущество за счет вот хорошей игры с середины поля. Протасов! Ах, чуть-чуть не обработать, чуть-чуть бы ему корпус вправо поставить, и тогда бы не смог защитник выбить мяч у него из-под ноги. Не сумел прикрыть мяч корпусом, а так бы выходил один на один. Угловой удар. Литовченко опять. Еще на этот раз мяч летит к 11-метровой отметке. Толчок. Шестой номер — это Юсуф из Галатасарая. Да, эта игра не похожа на тот матч, которым турецкая команда выиграла сборную ГДР. Там тот матч проходил в быстром темпе, и сборная ГДР старался обмениваться атакующими атаками с командой Турции на одну атаку и чая другой, не очень внимательно действуя в обороне. Здесь чувствуется, что наша команда не собирается представлять возможность туркам атаковать, играя быстро, стремительно все время. То есть демонстрируя хорошую наступательную игру и давая шанс для атак сопернику. Нет, совсем по-другому наша сборная действует. И, в общем-то, пока еще по-настоящему Досаеву вступать в игру
работать не приходилось. Мы добровольские. Паш, стартуй площадку, Протасов. Будешь ждать партнеров. Точный пас Литовченко, тут еще дальше. Заварову. Заваров обыгрывает одного соперника, другого входит в штрафную площадку. Ой, какой момент! Как прекрасно сыграл Александр Заваров. Неожиданно для соперников, а может быть даже и для партнеров, обыграл сразу трех турецких игроков. Ну и если бы не прекрасная игра вратаря Энгина, мяч был бы обязательно в сетке. Семих отбрасывает мяч вратарю. Шестнадцать минут еще играть командам в сегодняшнем матче. Сборная СССР выигрывает 1-0 в Стамбуле на стадионе имени Инаню. Исмета Инаню. Даже уже и меньше, почти 15 минут осталось. Гол был забит хорошо, красиво на исходе первого тайма. Еще несколько раз наши футболисты могли отличиться. Вот сейчас едва не забил мяч Александр Заваров. Похоже, что турецкая сборная оказалась не готова к такой вот разноплановой игре нашей сборной. Долгое держание мяча, обострение, впереди вновь спокойная игра, перевод мяча с фланга на фланг. Футбольная аритмия, которую мы сегодня видим, дает нашей сборной большое преимущество. Но так играть могут только футболисты, которые хорошо подготовлены и физически, и технически. Литовченко. Заваров. Хочется увидеть еще один забитый мяч. Честное слово, хочется. Может быть, сейчас? Нет, мяч под стойку и оказывается за пределами поля. Но, по-моему, мяч задел кого-то из турецких игроков. Угловой удар. Но, судя по реакции публики, вы слышите. Болельщики разочарованы. Они и не ожидали турецкой команды, которая сейчас, в общем-то, на подъеме. Вдруг оказалась в тисках, что ли, соперников. Наша сборная... играет так, как играли должны хозяева поля. Диктует условия турецкой команды. Но матч еще не кончился. И преимущество в один гол не дает спокойной жизни ни нам с вами, ни, думаю, тренерам нашей сборной. Танжу Чолак, которого мы видим сегодня крайне редко на экране. И с мячом, но без мяча чуть чаще. Стенка была небольшой, но оказалась очень прочной. Мяч отскочил от нее. Семих. Опасная атака сборной Турции, но бить было трудно. 16 метров наносился удар из трудного положения. Мяч пролетел в сторону от ворот. Такого беспрерывного фейерверка атак мы не увидели в этом матче, но это игра на результат в этом турнире. Главное, результат, особенно в чужом поле, главное не проигрывать. Набирать очки, чтобы решить главную задачу. Выйти в финал мирового первенства. И ее наши спортсмены сегодня решают успешно. Штрафный удар.
может быть, даже свободный. Вот не обратил внимания на жест судьи, наверное, свободный. Но в данном случае это не имеет значения. Кузнецов. Вновь мяч в штрафной площадке. Вновь Кузнецов. Тоже на месте левого защитника Добровольский. А турки опять атакуют. Ох, какой неожиданный хороший пас головой в штрафную площадку. Турецкая сборная с мячом. И опять атака правым флангом. Опасная ситуация у наших ворот. Турецкий футболист. Я не вижу, кто это. А, это Реджеп. Кетин Реджеп. Он промедлил. Немножко промедлил. И перед ним оказалось два соперника, два наших футболиста. Но турки опять атакуют. Неплохо тут жонглируют они головой, передавая мяч друг другу. Михаличенко выбил мяч за боковую линию. Около 50 тысяч зрителей на стадионе. Ни один не уходит. Штрафный удар. Лужный сыграл грубо. Не уходят, все ждут. А вдруг удастся, а вдруг смогут отыграться, а может быть и победить. Вы читали, наверное, в газетах обещаны турецким футболистам большие премии. Но не только премии, конечно, заставляют футболистов играть. И настоящие футболисты, они прежде всего спортсмены. И выиграть у такой команды, сыграть ничью с такой сильной командой, как вице-чемпион Европы, конечно, мечтает каждый. Наши своевременно вышли вперед, оставив за спиной нескольких соперников. А теперь контратака. Олег Протасов набирает скорость. Входит в штрафную площадку. Удар! Нужно же бить! Нет, удара не последовало. Теперь уже трудно было бить. Я пытался помочь ему, кричал удар, а удара еще не было. Давайте еще раз посмотрим, вот откуда было лучше бить. Может быть, вот отсюда. Здесь уже последовал подкат. И Протасову помешали ударить. Ждем углового. Удары с угла поля. Меньше 10 минут осталось играть командам. 1-0. Сборная команда Советского Союза выигрывает. И опять была возможность забить мяч. Ну, каков вратарь. Несколько раз сыграл просто прекрасно. Танжу Чолак перед вами. Длинный пас на правый фланг. Пауза, ну а пока пауза. Наши футболисты отходят назад, и уже их много у своей штрафной площадки. Заваров тут хорошо играет. И здесь отлично сыграно Литовченко. Успеет ли Заваров? Успел. У самого углового флажка остановил мяч. А вот партнеры не успели войти в штрафную площадку. Протасов был в районе 11-метровой отметки. Только один Протасов. Гёкхан. И здесь мяч отобран. И здесь техническое мастерство показали наши игроки. Но ошибка тоже, в общем-то, довольно-таки была несвоевременной, что ли. Матч подходит к концу. Силы уже отдано много. И в эти последние минуты риск нужно исключить всячески, для того, чтобы вот не было ошибок, особенно вблизи собственных ворот. Олейников. Кузнецов. Рац. Вновь Олейников. Ну вот. Это же не борьба. Дзюдо, где можно соперника задерживать за одежду, что ли. Итак, Рац показывает партнерам, что он будет отправлять мяч вот это вперед, а отбросил мяч Добровольскому. Правда, уже с мячом турецкие игроки. Пока преград нет, но немножко притормозили
хозяева поля и уже мяч у наших футболистов. Чолак. Еще один подкат. Теперь атака справа. Окружили наши футболисты свою штрафную площадку. Мощным заслоном мяч справляется верхом. Здесь Гена Литовченко с мячом. Просит капитан команды отбросить мяч ему. Нет, нельзя. Опасно. Турки тоже ждут этого. 7 минут. Это Гела Киташвили вот готовится. И Александр Бородюк. Видимо, сейчас эти футболисты выйдут на замену. Поторопиться, просит Ватро. С вводом мяча в игру. Еще аут вновь. Лужный. И вновь аут. Но играть совсем немного уже. Около 5 минут. 1-0. Напомню, что мяч забил в первом тайме Алексей Михаличенко. Литовченко. Ну вот турецкая команда пошла вперед. Заваров зацепил ногу соперника, штрафной удар. Ну, конечно, что сделаешь? Бывает. И нарушения бывают. 15 номер, это Фияс. Он, по-моему, упал сейчас. Сборная Турции атакует. Красиво. В прыжке Олейника выносит мяч из штрафной площадки. Но атака продолжается. Рыдван. Еще один удар. И 5 мяч остревает. В ногах советских игроков. В обороне сегодня наши сыграли отлично. Отлично и в середине поля. Ну, что говорить про атаку. Мы видели, что наши футболисты могли забить несколько мячей. Забит один, может быть, игра рукой. Нет. Может быть, в атаке можно было сыграть лучше и результативнее. Может быть. А пока сборная Турции атакует. Через себя в падении был пас, а не удар. И вот в эти отдельные эпизоды игры мы видим, как сильна турецкая сборная. Как могла бы она хорошо сыграть, если бы ей дали возможность атаковать. Атаковать и чувствовать себя спокойно у чужих ворот. В эти последние минуты турецких игроков появляются такие возможности. Вот не всегда наши успевают прикрыть фланги. В центре-то все спокойно, а вот на флангах иногда некоторую свободу дают соперникам наши игроки. Мяч вышел? Нет, не вышел. Сборная Турции продолжает атаковать. Рыдван. Ну что ж, хорошо был отобран мяч, но передача не точна. Итак, выходит Бородюк сначала, по-моему. Он меняет Протасова. Александр Бородюк, московская «Динамо», меняет «Динамовца» с Киева Олега Протасова. Первая замена в составе сборной СССР. А играть еще 2,5 минуты. Наверное, Киташвили успеет еще выйти. Унал. Кузнецов сейчас сыграл жестко и, не пожалев ног, бросился и отобрал мяч. Это Литовченко. Бородюк. Кузнецов казался каким-то образом здесь на правом фланге не очень сильно ударил, и мяч оказался у соперника. Сборная Турции готовит атаку. Фияс. Михаличенко, арбитр вовремя ушел от мяча. Штрафной удар. Ну, было нарушение, что тут нервничать.
массажиста, Олег Соколов. Остальных всех вы уже знаете. Всех остальных, кто находится на скамейке запасных. Очень грамотно, очень разумно провела встречу наша сборная. Завоевала 2 очка, показав интересный, разнообразный футбол. И эти 2 очка могут оказаться в конце концов золотыми. Потому что, набрав 7 очков, сборная наша наберет 7 очков, это практически уже путь в Рим открыт. 7 очков – это очень хороший результат. Еще играть и играть. И 31-го в Москве с Исландией. Еще играть и с командой Австрии, и ГДР на чужих полях, с командой Турции в Советском Союзе. В общем-то, дальше можно будет действовать спокойно и хладнокровно. Но обостряется борьба за 2-е место. Теперь с командой Турции все в порядке, говорит Достаев. Команда Турции может побороться за выход в финал, за 2-ю путевку, и команда Австрии. Последние секунды матча. 1-0. Мяч забил Алексей Михаличенко. Но команде Турции, у команды Турции, конечно, шансы есть на выход в финал. Теперь только нужно бороться и побеждать команде Турции на чужих полях. У себя дома команда Турции будет играть с командой Австрии, а вот с исландцами, советскими футболистами придется играть уже в гостях. Подходит этот непростой к концу матч. Ну и вот замена: вместо Олейникова «Динамо» Минск. В игру вступает Гела Киташвили, «Динамо» Тбилиси. Это его первое выступление. По-моему, я вот, не знаю, может быть, где-нибудь еще он выходил на замену. Но в официальном матче первое вступление в составе сборной команды СССР. Это олимпийский чемпион. Очень интересный защитник, умеющий играть и в центре обороны, и на фланге. Один из самых способных наших молодых защитников. Киташвили играет и в обороне хорошо, и в атаке может подключаться и забивать мячи. В общем, пожелаем ему успешного старта в большом футболе. Ну, а мяч отобран. Тоже 92-я минута пошла, но были остановки. Оказывалось, помощь игрокам. Поэтому только один арбитр знает, сколько еще играть, сколько он прибавил. Может быть, иногда сообщает, сколько он прибавил арбитр капитанам команд. Сколько бы он ни прибавил, все равно в футболе игра длится 90 минут. Мяч выбит из штрафной площадки. Вновь попытка вернуть его туда. И здесь уже Гурлукович вступает в борьбу. Нарушений не было. И за боковой нужно водить мяч. Сколько же прибавил арбитр? 3-4 минуты. Реджеп. И опять аут. Мяч не долетел до штрафной площадки, но его вернули. Вот. Нет, нет, это не игра рукой. Даже если мяч попал в руку, ну, вы сами понимаете, что умышленной игры не было. И напрасно турецкие игроки подогревают публику такими действиями, стараясь повлиять на арбитра. Ну, теперь мяч должен быть у Досаева. Ну, и дальше уже пора арбитру посмотреть на секундомер. Ну и у любого добавочного времени должен быть какой-то предел. Бородюк оттолкнул руками соперника, и все. Наша сборная победила в нелегком поединке у довольно-таки сильного соперника со счетом 1-0. Мяч забил Алексей Михаличенко. Поздравим нашу сборную. Матч проводит Олег Протасов.
Я посмотрел, сколько мячей Олега Протасова забито в составе сборной. 23. А лидирует здесь Блохин. 39. У Иванова 26, у Стрельцова 24. Протасов сейчас на четвертом месте. И вот сегодня он активен. И сегодня мы видим, что он может, если все будет хорошо, забить свой очередной мяч. Ну, так же, как, впрочем, и вот его товарищ по команде Алексей Михайлович, потому что мяч оказался у сборной команды Советского Союза. Олейников. Протасов может бить. Удар. Отличный удар. Из трудного положения бил. Прекрасная атака. Хорошо сыграл наш Олег Протасов. И обратите внимание, в борьбе с защитниками обработал мяч и в падении нанес удар низом. Вновь Кузнецов. Олейников. Отличная атака. Михаличенко. Гол. Прекрасная. Прекрасно проведенная комбинация. И концовка была хороша. Добровольский, Михаличенко. И в центре мы уже концовку видим. Я вот не видел, кто сделал передачу. Протасов, по-моему, а не Добровольский. Ну, давайте еще раз посмотрим. Михаличенко. Протасов. И до этого сыграли наши футболисты хорошо. И раз. Ну, еще один угловой практически с того же места. Литовченко делает передачу Протасову. Наша команда атакует. Олейников можно бить поворотом. Мяч застревает в ногах соперников. И опять он у наших футболистов Заваров. Михаличенко, отличная атака, можно бить. Удар. Мяч летит рядом со штангой, но поаплодируем нашим футболистам. Атака была отличной, красивой. Точный пас Литовченко. Тут еще дальше. Заварову. Заваров обыгрывает одного соперника, другого входит в штрафную площадку. Ой, какой момент! Как прекрасно сыграл Александр Заваров. Для команды, как вице-чемпион Европы, конечно, мечтает каждый. Наши своевременно вышли вперед, оставив за спиной нескольких соперников. А теперь контратака. Олег Протасов набирает скорость. Входит в штрафную площадку. Удар! Нужно же бить! Нет, удара не последовало. А теперь уже трудно было бить. Я пытался помочь ему, кричал удар, а удара еще не было. Давайте еще раз посмотрим, вот откуда было лучше бить. Может быть, вот отсюда. Здесь уже последовал подкат. И Протасов.